знаю. А, я понял, это далеко. Вон так, чуть-чуть. Тут у нас постоянно. Ну, заебись, я выкрою. Болит живая я. А ну покажи. Нет, у меня есть только моя мишень, не у нас. У меня. Ты сомневался? Нет. Быстрее магазин. Быстрее магазин. Не спеши, не спеши. Палец меняю. А в группе Альфа у нас кто еще будет? Девушка, мы приедем. Ждем на улице. Выходим! Выходим! Солом! Мы не воюем с мирными жителями. Мы не убиваем стариков, женщин и детей, как это делают солдаты армии Путина. Мы здесь для того, чтобы сказать всем гражданам Российской Федерации. Пришло время бороться. Мы взяли в руки оружие 24 февраля 2022 года и продолжаем отстаивать свободу украинцев и свою честь, как русских людей. К чему призываем и вас? Будьте сильными, будьте смелыми. Наберитесь сил и бейтесь вместе с нами против Путина. Спецоперация, диверсанты назад, ФСБ. Назад нельзя.